Здорово, земляне, буду готовить очередную вкусняшку. Я не знаю, как называть. Кто-то называет картофельные чебуреки, кто-то драники картофель чебуречные. В общем, нам понадобится картошка, все буду делать на глаз, фарш, яйца это пойдут в фарш, помидоры, лук, морковь, чеснок, сыр и немножко муки, которую я буду добавлять в картошку. Картошку сейчас, в общем, очищаю, тру на терке, выжимаю воду, сюда добавлю яйца и муку. Лук слегка обжарю, морковь на соломке натру, тоже обжарю, добавлю туда фарш, помидоры нарезать на кольца, сыр натереть на терке и чеснок немножко тоже добавлю в фарш. Погнали готовить. Нарезал я лук вот такими кусочками, помидоры полукольцами, натер сыр, морковь на терке натер, выдавил чеснок и почистил картошку. Сейчас на данный момент буду обжаривать лук и туда уже добавлю морковь и потом уже добавлю фарш. На сковородку добавляем немножко масла и лук. Обжариваем до слегка золотистого цвета, постоянно помешиваем. Буквально, не знаю, 4-5 минут максимум. К луку добавляем морковь и тоже обжариваем вместе с луком. Все делаю на сильном огне. Обжарил лук и теперь добавляем фарш. Я добавляю фарш из индейки, 2 пачки. Вот так вот. И аккуратно все сейчас перемешиваем и также будем обжаривать. Добавил я сюда приправы, паприки, соль, перец. И сейчас продолжаю обжаривать до готовности фарша. Все на сильном огне делаем. Добавляем сюда чеснок и перемешиваем. Фарш я обжарил, теперь картошку тру на крупной терке. Натер картошку на терке, отжал воду, добавил 4 яйца, соль, перец. Сейчас все это хорошенько перемешиваю. Ну, теперь добавляем муку. Муку буду добавлять тоже на глаз. Пока, я думаю, 3 столовые ложки положу. Мука просеяна. И перемешиваем. Перемешал картошку. Вот такая получилась консистенция. 3 столовые ложки вполне достаточно муки было. Сейчас ставлю сковородку и буду обжаривать тонкие лепешечки. Смазываем сковородку маслом. Берем картошку и тонким слоем выкладываем. Делаем блин. Газ у нас не должен быть сильным. Прям тонким слоем надо все это выложить. Разравниваем аккуратненько. Еще, если пустые места, то можно добавить. Жарим с одной стороны. Теперь переворачиваем блин на другую сторону. Берем кетчуп, смазываем одну сторону ровно наполовину. Берем фарш,
также выкладываем на одну половину. Дальше ложим помидорки. Посыпаем все сыром. И накрываем вот таким вот образом. Накрываем крышкой на медленном огне, ну, минуты 2-3, потом нужно перевернуть. Перевернул на другую сторону. Вот видите, как поджарилось. И также накрываем крышкой. Буквально минуты 2. Ну что, готово. Берем наш, так называемый, чебури. И выкладываем на тарелочку. Вот видите, какая красота неземная. Ну, вот что получилось. Посмотрите, какая красота. Вот как все выглядит, все сочно. Классно, мы уже поели. Видите, вообще обалденно. Вкусно, сочно, не сухо. Обалденно. Вот такие чебуречные драники, или как назвать, даже не знаю. Всем приятного аппетита!